Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Победила его на втором месте в округе по падению пассажиропотока. Сотрудничество авиационных экспертов Aviation Explorer проанализировало показатели работы российских аэропортов за полгода. Услугами Победилова за это время воспользовалось менее 70 тысяч человек. Падение за год составило 20%. Больше только в Йошкар-Оле. Она потеряла почти половину пассажиров. Спрос на полеты среди регионов Приволжья больше всего вырос в Оренбурге. На 50%. Программа «Экономика». Вятские поляны смогут получить до 200 миллионов рублей. Этому будет способствовать придание городу статуса территории опережающего социально-экономического развития. Соответствующий документ подписал премьер Дмитрий Медведев. Диверсификация экономики города позволит привлечь в его развитие более 190 миллионов рублей, создать свыше 560 постоянных рабочих мест и тем самым снизить зависимость от завода «Молот». Льготы сможет получить инвестор, который производит полуфабрикаты из стальной заготовки, завод по выпуску лифтового оборудования, производитель упаковки для бытовой техники. Также будет поддерживаться растение и животноводство, добыча полезных ископаемых, изготовление пищевых продуктов, посуды и одежды. Будут поддержаны и некоторые другие виды деятельности. Для получения поддержки резиденты ТАСР должны будут вложить минимум 2,5 миллиона рублей в течение первого года работы и создать не менее 10 рабочих мест. Правительство Кировской области уже подписало рамочные соглашения с 4 инвесторами о реализации проектов. Экономика на 101 FM. Вместо ТРЦ «Макси» на Луганской появится гипермаркет. Это уже не первое изменение в назначении площадки в районе ТЭЦ-4 с 2014 года. Компания «Макси Девелопмент» сократила площадь объекта, который планирует там построить, с 69 тысяч квадратов до 11. В компании «Макси» отмечают, что в приоритете сейчас у них развитие розничной сети. В ближайшее время в Кирове начнется строительство гипермаркета на Московской 102. Это будет одноэтажное здание общей площадью 12 тысяч квадратов метров, где помимо продовольственного магазина будут представлены отделы с товарами повседневного спроса. На Луганской 53 также планируется строительство подобного гипермаркета «Макси». Его открытие запланировано на конец 2018-го, начало 2019 года. Экономика. И о валютах. Доллар сегодня 57 рублей 61 копейка, евро 67.77. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.